Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 22 декабря, день рождения моей бабушки. Я вот у нее на кладбище. Блогер из Перми, сотрудник КГБ, бывший Бессонов, все Борис Опальный. Вот я иду к ней, вот ее видите, там могилочка. Все завешено снегом. И вот мне придется, видите, вот она, моя бабушка. Придется пробираться. Сейчас надо еще открыть калитку. Видите, все занесло. Я пришел к бабушке своей. Сейчас я поставлю. Так что вот сегодня у нас день рождения, 98. Через 2 года 100 лет будет бабушке. Будем отмечать. Бабушка, это я. Я к тебе пришел. Здравствуй, дорогая. Сейчас я тут потищу немножко. Вот такие вот дела. Вот так вот я у бабушки сегодня. Вот ее могилка, мои цветочки. Но никто не ходит, только я зимой прихожу. Еще день памяти у нее, 23 февраля умерла, я тоже хожу, но тут снег по пояс, не пройти. Все равно я прохожу, пробираюсь. Вот такие дела. Спасибо, ваш Бессонов Сергей.